Жизненно необходимые для тяжелобольных пациентов кислородные баллоны заправляют здесь. Шымкентское предприятие удалось реанимировать за 2 недели. Будет работать в 3-смену. Общее количество людей будет где-то 23 человека работать. 1200 баллонов, они говорят, что ежедневно нужно городу на потребность именно больницы. С Караганды, Теміртау должен приехать один специалист. И мы уже полностью рост уже будем уже увеличивать мощность. Предприятие работало почти 15 лет. Из-за роста цен на энергоносители и упавшего спроса на кислородные баллоны мини-завод в прошлом году закрыли. После вспышки пневмонии предприятию пришлось задышать с новой силой. В сутки больному нужен один, а лучше 2 баллона для подстраховки. Цена одного кислородного баллона в пределах 65-70 тысяч тенге. На склад уже отгружено 900 штук. Только один цех сегодня обеспечивает кислородными баллонами провизорный стационар в микрорайоне Самал-3. Мощность предприятия – 1100 кислородных баллонов в сутки. Мы сможем обеспечить потребность города, а также, если будут излишки, будем снабжать медучреждения области. Запустившемуся предприятию сейчас катастрофически не хватает специалистов. После развала крупных заводов их перестали готовить. Родные больных пневмонии тем временем готовы платить любую цену. Особенно, когда появляется информация, что в больницах возникли перебои с кислородом. Шанар Оразова, Добран Абдиев, Нургильда Садуакас, информационная служба телекомпании «Отрар».